начало сказки. Да, поставка. Не знаю, как вы танцуете. В некотором царстве, в российском государстве, жил-был принц. Просыпался он утром, потягивался. А потом делал зарядку. Приседание. Ой-ой. И был у него верный конь. И так любил он своего коня, что даже целовал. А потом конь его. А потом он коня. А потом конь его. Садился он на коня и начинал танцевать. Остановились они в чистом поле, а навстречу им принцесса. Татарская царица. Обомлел Иван от такой красоты. Без коня. Встал на одно колено. Протянул к ней руки и запел серенаду. И только хотел поцеловать он принцессу, вдруг разверглись небеса, тучи стали гуще, и появился он, злодей Кощей. Достал свой меч леденец. И Кощей свой кинжал тоже достал. И завязался бой. И на жизнь опасно. И нападал Иван на Кощея. И нападал Кощей на Ивана. И бились они 3 дня и 3 ночи. Все так же, как дома. Надоело Ивану. Достал он свой кольт 45-го калибра. И пристрелил Кощея в голову. Но не падал Кощей. Перезарядил Иван обойму. И снова. Упал Кощей без
памяти на сырую землю. А Иван поднял возлюбленную на руки и убежал. Воскрес Кощей! Поднялся Кощей! А где? А где? Обнял коня! Обнял коня! Еще крепче! И поженились они!